Всем привет, и сегодня мы будем проходить самый сложный, самый страшный, самый-самый крутой челлендж в Roblox Bad Warty. Там нас встретят страшные скелеты со своими дубинками, которые захотят нас прибить. Огромные монстры, боссы, паркуры. И сегодня у нас будут участвовать QRS с целыми двумя победами. Санёк с двумя победами. У нас тут одни профессионалы только. И давайте прямо сейчас я нажму на эту крутую кнопку, и мы отправимся в эту игру. Что за ошибка? Почему она не нажимается? О, Graveyard. Это первое испытание, которое называется кладбище. Мы появились в самом мрачном месте. Вообще тут очень страшно, много статуй, темных фонариков и тыковок. Даже вороны летают. Тут есть синяя крутая кнопка. И давайте на нее нажмем. Открываются ворота. И появляется крутой монстр. Ну как крутой? Он такой огромный, он нас сразу съест, наверное, 100%. Так что давайте от него прятаться, идемте сюда. Здесь у нас есть всякие могилы с паролями. И нам нужно отгадать правильно. Прячьтесь, он, видите, монстр сюда идет. Видите? Нам нужно найти, короче, пароль. И потом выковать правильную яму с правильным паролем, короче. Пошлите по кругу искать что-нибудь. Может, тут что-то есть. Вон он. Такой большой вообще, с огромную елку. Ходит там, ищет нас. Так, смотрите, тут какой-то домик есть. И весь он в паутине. Ладно, на нем не надо. Видно, там какую-то ведьму нашли. И на всей карте расположены разные смайлики, их надо собирать. Вот, мы собрали колпак ведьмы, ножик, и остался последний. Так, колпак ведьмы, ножик. Последний символ даст нам пароль тогда. Мы тогда сможем правильно откопать. Осторожно, рядом с дорогой не ходите, он может в любой момент появиться, этот монстр. Большой призрак. Я его даже видел. Так. Он здесь, смотрите. Если он ходит рядом с этим местом, то наверняка тут что-то есть. Не ходите там рядышком, он может опять вернуться. У нас уже есть половина пароля. Мы можем попытаться наугад, конечно, нажать. Но мы можем выходить. Да, это очень опасно. А, нет, смотрите, там же еще один символ. Прям рядышком с нами стоял все время. Возвращайся назад, Санка. Ой, он здесь, монстр здесь. Нет, беги, беги, Санек. Ух, он за тобой, кажется. Да, он за мной идет. Ну ничего, я спрятался за забором. Он меня не заметил. Он пошел дальше. Так, я пошел за последней буковкой. Она здесь рядышком. В самом начале лежала. И это летучая мышь. Так, ищем. Колпак ведьмы, колпак ведьмы. Вот, смотрите, вот там. Да, вот это правильно. Откапываем вот эту ямочку с правильным паролем. Мы ее откопали, правда, я этого не заметил. И попадаем в лабиринт, написано. Так, маленький лабиринт передо мной стоит. И что мне тут делать? А, вот, я вижу, смотрите, это мини-карта. Здесь ты бегаешь, вообще все бегаете, и я огромный луч, который указываю вам дорогу. Такие мелкие вообще. Я вас, короче, руковожу. Я сам не знаю, если честно, куда идти, но я вас куда-то заведу. Теперь вот сюда, туда не идите. Эти черепа, это этот монстр, наверное, да, тот? Да. Если вы туда попадетесь, то вас там съедят. А, уже иностранцы съели, я так заметил. Он был красивый, но бесполезный. А, я вас не туда завел, мне кажется. Не, бегите за светом, потому что свет это свет. Вы успеваете идти? О, мы уже близки к этому шарику маленькому. Ну, вообще-то это вы. Я вообще тут ничего не делаю. Заходите в этот шарик, ура, вы прошли этот уровень. Я просто двигал мышкой, чтобы руководить вами. А все остальное вы там бегали, свои ножки ломали. Куда это мы попали? О, а это паркур. Есть какой-то еще таймер. Так, открываем дверь. Я слышу, как тикают часы. Там поднимается пар, видите, надо быстрее проходить этот паркур. Он пропал. А пар-то поднимается. А вот, это невидимый паркур. Гениальное изобретение. Пар поднимается, давайте надо скорее все делать. Так, что теперь? Здесь два человека, там один. Давай, ты иди туда, QRS. Открываем дверь одновременно. Здесь два человека должны открывать дверь. Здесь один. Раз, два, три, нажимаем. Все, мы открыли двери. Проходим дальше паркур. На черный не наступаем. Ой. Ой, я чуть не упал. Я тоже. Давай, осторожно, Санка. Ой, это что за валы? Давай, скорее, скорее. Парта поднимается. Это еще что за мячики здесь катаются? Стой. Нет, ну. Стой, давай. Вот сюда. Давай, осторожно, осторожно. Иди по другой стороне, тогда все получится. Ой, 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 ой. Я хочу к тебе, но... Ну ты не можешь, да? Давай скорее.
Осторожно, там сиди. Смотри, тут повозка, я поднимаюсь по ней. Еще не. Давай скорее, тебе надо добежать, и мы сможем подняться наверх. Там яд близко. Господа. Мы спустились при помощи ямки сюда вниз, и сейчас мы поднимаемся наверх опять-таки. И зачем? Не понимаю. Куча лишних действий мы сделали, и все ради того, чтобы попасть в комнату с боссом. Так, смотрите, как тут все эпично. Как... Нам дали лук и 1000 стрел. О, это тот самый босс, который на нас нападал. Давайте, он пришел сюда, чтобы уничтожить нас. Нам надо его уничтожить. Не знаю зачем, но если мы его не уничтожим, он нас уничтожит. Он стреляет по нам каким-то лучом из посоха и еще обстреливает своими черепами. Он похож на визора из Майнкрафта. У меня вообще очень крутая тактика, вот так просто стоять и стрелять. Ну, двигаться потихоньку. О, давайте, ножик. Ножик. Вот за мной просто бегите, вот. Быстрее. Смотрите, внизу все наполняется кислотой. Хорошо, что мы сюда поднялись. Теперь валим босса. Стенка. Ой-ой-ой, больно вообще-то. Я же говорю, стенка. О, еще одна. И еще одна. И много черепов. Встаем. Какая фигура? Сюда. Мы уже половину хп снесли. Молодцы. Давайте, красавчики, валим его. Мои хп. 40 хп, а там он большими черепами. У меня тоже с хп нехорошо. 45, а вас у меня уже 100. Стенки. Да, давайте. Стреляем как можем. Еще стенки. Ну как, прежде чем хп, меня эти стенки почти убили. Давайте, у него чуть-чуть хп у босса осталось, валите его. Я сюда. Шарик, ко мне, Шарик, все, стоим здесь. Стреляем в него. Так, он не получает урон почему-то. Ну зато, смотрите, мы стоим на платформах, это ужас как мощно. Почему я этим стою? Я уже 150 стрел. Тихо, Саня, не падай. Ладно, бьем вот это. Осторожно, давайте, проходим. Тихо, стенки. Еще черепы, у меня еще есть стенка здесь. У него большие черепа вообще огромные, мощные. Люки. Когда он получит на вас черепа, будет на этот кидать. Просто бегите, даже не стреляйте. Просто бегите, легко сказать. У него мало хп, очень мало, давайте. Все, мы победили. Молодцы. Так, забираем тыковку, забираем эмоцию и забираем титул крафт-мастер. И самое важное, кит-набор бесплатно, крафт-кит, мою... Ну и ваш тоже. Салют везде! Мы смогли победить, мы сделали это, ура! Мы победили, нам дали опыт, жесть! Одна победа подряд в крафтах. Давайте выходим, заходим на випку и тестируем этот кит-набор, потому что он очень имбовый. Так, где наш кит-набор? Так, заходим. И вот наш бесплатный кит-набор крупт. Так, что нам еще дали? Нам еще дали эмоцию некромансер суммон какой-то. Нам дали еще надпись крупт-мастер. Уху! Давайте, погнали тестировать этот крутяцкий кит-набор. Потому что он крутяцкий. Так, смотрите, мы три призрака. У нас есть... Вау, your skin is cool. Нам даже иностранец пишет, ваши скины крутые. У нас у всех... Я хочу такое же, говорит. Видите, у нас у всех крутые скины. И нам дали посох. Если мы кого-нибудь замочим здесь, то нам дадут специальную штуку. Ну, давайте сейчас посмотрим. Побежали, а мы с тобой, QRS, пошли собирать скелетики. Ой, что это было? Чуть не упал. Да. Так, тут какой-то красный хочет все забрать. Вот злодей, давай его завалим. Я его в бездну выбросил. О, скелет, дай мне, пожалуйста, дай мне. Блин, я уже забрал. Ну ладно, давай я другой заберу. Попробуй заспавнить этот скелет. О, видишь, ты заспавнил скелет, он бегает зачем-то. Он одет, как я. Дай я подберу. Так. Я забираю скелет, и теперь у меня есть скелет свой. Собственный скелет, ужас. Дай-ка я заспавню скелета рядом с врагом. Вот он в шоке будет. Ахаха, получай. Он его в бездну выбросил. Жесть, мой скелет какой лютый просто. Сейчас я открываю вот эту штуку. Копите в себе на броню. Давайте уничтожим зеленую команду. Туда мой скелет бегал. Так, где наши скелетики? Ладно, не видно. Ну давайте сейчас их тогда заспавним.
Так, давайте. Один пучок ломает кровать. Давайте, вот так, вот так, вот так. Просто ваним их. Забираем скелетик, который не появился. Что, ну, ладно. Блин, опять меня убили. Так, забираю скелетика. И у меня уже два скелета. Давайте еще этого завалим. Так, ты тоже себе скелета взял? Молодец. Так. Я покупаю телеперу и побежал, давайте. Так, я сейчас пойду того челика замочу. Спавним скелета и мочим его. А, он уже убегает. Ну что, так же неинтересно. Ну ладно, я его завалил. И у меня появился новый скелетик. Забираем. Давай за мной, скелет, давай, давай, мы сможем. Нам надо сейчас уничтожить. А, тут уже всех уничтожили. Да, я пойду в одиночку. Так, спавню раз, спавню два. А я пока ломаю кровать, а мои скелеты со всеми справляются. Давайте в атаку, скелеты, давайте в атаку, молодцы, красавчики, давайте. Один враг остался только. Ему не сбежать от нас. Ужас, тут просто армия из трех скелетов. И мы с ними просто всех рубим вообще. Мощные. Давайте, моя армия. О, мы победили. Просто три скелета. Я у одного железный меч. Я просто тут стою, ломаю кровать, а эти скелеты всех просто убивают. Мне даже ничего делать не надо. Я просто стою, ломаю кровать, а они всех мочат. Это очень мощный кит-набор. Мне он очень понравился. Всем советую, короче. Ну что, наверное, на этом мы будем заканчивать это видео. О, смотрите, какой радостный скелет, как прыгает. Спасибо вам большое, Санёк и QRS за помощь в съемке этого видео. И думаю, на этом мы уже будем заканчивать. Подписывайтесь на канал Уха. Я вас поздравляю. Спасибо, паштет. На этом это видео будет заканчиваться. А вот другое интересное видео по Бадварсу. Ну а с вами был Games, Санёк и QRS. Всем пока.